Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Гляньте, какая поляна у меня здесь. У меня мидии, наггетсы, роллы, соусы. Все это от Япоши. Я обожаю эту доставку, я даже не экспериментирую. Вы знаете, что это моя любимая доставка, потому что у них самые вкусные роллы. И наконец-то, ребят, наконец-то у них появились мидии. Вот эти вот 4 штуки стоят 8 манат. Сейчас мы будем пробовать, оценивать, а то вы все спрашиваете, где я заказываю. Весь этот сет стоит 28 манат. Мидии стоят 8 манат. Также у них появилось детское меню, стоит 6 манат. В него входят наггетсы и картошка фри. Еще вот такой вот обалденный соус. Давайте заценим, потом уже будем рассуждать, вкусно ли это или нет. Хочется начать с мидии, конечно же. Это просто мое самое любимое. Мне кажется, лимона всегда много кладут, но много — это хорошо. Плохо, когда мало чего-то. Вот так вот сверху немного посыпаем. Ой, какой... лимон прям душистый. Аккуратненько берем, сейчас заценим. Ссылочку я вам внизу оставлю на Япошу. Обязательно переходите, заказывайте, потому что соотношение цены и качества — это просто лучшее у нас в городе. Крупные у них мидии. Это, конечно, хорошо. Супер. Просто 5 из 5. Обалденные. В общем, мои хорошие, если вам интересно мое мнение, я целиком и полностью одобряю. Все остальное я у них пробовала, мне очень нравится. Весенний сет называется. Все самое вкусное и самое мое любимое здесь. В таком огромном бокале у меня вода, сока не было. Все доставили прям вовремя, все точно. Это хорошо, конечно. Давайте отвечать на вопросы. Рассуждать, потому что здесь очень вкусно. Супер. Айка, привет. Привет, Анюта. Знаешь ли ты об открытии Дома 2 на другом канале? Канал называется Ю. Будешь ли ты его смотреть? Расскажи, пожалуйста. Скорее, наверное, нет, чем да. Вот. Как-то отвыкла я, если честно, от Дома 2. Уже как-то нашла на замену другие передачи, которые я смотрю. По телевизору точно смотреть не буду. В Инстаграме там группы выкладывают. Возможно, так вскользь. Что-то где-то посмотрю. Ну, прям как раньше, целенаправленно, я думаю, что смотреть не буду. Мне почему-то кажется, что они немножко поработают на канале Ю, потом они опять закроются. Как это вкусно, мои хорошие. Прям нечто. Изначально Дом 2 был немного другой. Участники были другими. Сейчас очень много там неискренности. Как будто девушки все пришли просто для пиара. Поэтому как-то становится неинтересно. Да и вообще... раньше не было альтернативы, смотрели Дом 2. А сейчас полно альтернативы. Смотри, не хочу.
Следующий вопрос. Смотрела ли ты передачу Галкина, где Лариса Долина обзывает и унижает Валю? Я смотрела. Что я думаю? Я думаю, что послушав и ту, и другую сторону, я считаю, что в каждой стороне есть доля правды и доля неправды. Кто не смотрел эту передачу, там Лариса Долина говорит одной тиктокерше, что иметь аудиторию — это недостаточно, нужно еще и уметь петь. Я тут полностью согласна. Я, например, идя на концерт, не хочу слушать фонограмму. Но если говорить с другой стороны, там, например, детям 13-12 лет, им параллельно фонограмма там или вживую артист поет. Немного просто не поняла Ларису Долину, почему такая прям агрессия, ну хочет петь, пусть поет. Если ее зрители это устраивает, почему нет? Нам-то что? Посмотрела передачу, и такое ощущение, прям такое напряжение было. Такое ощущение, что вот эти уже пожилые артисты не хотят давать дорогу молодым. А это неправильно, на мой взгляд. Я, например, не считаю, что всю жизнь я буду снимать мукбанки. В какой-то момент появятся более интересные мукбанкеры, которые будут набирать больше просмотров, и меня просто перестанут смотреть, и это нормально. То же самое с Ларисой Долиной, Аллой Пугачевой. В какой-то момент просто они стали неинтересны молодому поколению. И почему так агрессивно реагировать на это, я лично не понимаю. С одной стороны, она права, я соглашусь. Да, действительно, хотели бы ли вы, чтобы вас оперировал врач, который не имеет образования? То же самое тиктокеры, которые, не умея петь, просто включают фонограмму и пляшут как бы под нее. Я согласна здесь с Долиной, но такой момент, другая сторона медали. Зрители, дети, которые приходят на подобные концерты, они же довольны. Если они довольны, в чем тогда вопрос? Мне, конечно, нравятся артисты, которые хорошо поют. Мои фавориты, так скажем. Мне очень нравится Рамиль. У него очень романтичные песни. Он сам такой прикольный, не знаю. Просто талантливый артист. Джах Халиб мне нравится. Кто еще? Клава Кока. Мне нравится ее формат, подача. Она такая простая. Много кто. Но при этом мне как бы параллельно тех, кто поет и не умеет. Я просто их не слушаю, я о них не думаю. Долиной включают песню Крида. И она говорит, что нет, она этого человека не знает, никогда не видела. Потом она говорит, что эта песня ей не нравится, но есть другая песня, которая ему нравится. Или говорит, что раньше он был лучше. Ну, в общем, не суть, пофиг. Я могу сказать, что я не за тиктокеров и не за Долину. То есть я где-то между. Я Галкин, который сидит посередине. Вы знаете, такие моменты касаются не только пения.
даже вот в школе элементарно, в начальной школе, есть пожилые учителя, которым 65 лет, они уже должны выйти на пенсию, они не хотят выходить и не понимают, почему человека с таким стажем убирают и ставят на его место молодого специалиста, который нифига не в этом не разбирается. И тут такой вопрос, если ты будешь до 90 лет работать, что будут делать молодые специалисты, которые закончили универ? Вот реально такое наблюдается. У нас, так как в Азербайджане учителей много, много кто идет учиться на учительницу в педагогические. Почему-то пожилые учителя считают это невероятно нечестным, неправильным, что их убирают. Они могут дать более качественное образование. Незаменимых людей нет. Я работала в компании, где был программист. И вот это наша операционная система 1С, кто знает. То есть он очень хорошо в этом во всем разбирался. Ему платили зарплату. Ну, в долларах это 4000 долларов. Это была офигенная зарплата. Просто потому, что этого человека очень сложно заменить. Вот встанет, он уйдет. Будут проблемы с 1С. Кто будет решать? Я лично не знаю ни одного специалиста в этой области. Когда у тебя узкая специализация, это, с одной стороны, очень хорошо. И руководство, и все, как бы, с ним, знаете, так, братва. Потому что то, что знал он, не знал никто. Одно дело, такого специалиста невозможно поменять. Мне просто эта ситуация очень сильно напомнила школу. Учителя пытаются остаться на месте, не хотят уходить на пенсию. Во-первых, потому что они, наверное, любят свою работу. Во-вторых, на пенсии тоже скучно. Учитель это так, полдня проработал и все, пошел домой. Вроде как, знаете, как на прогулку вышел. Вот. У меня, например, тетя сразу вышла на пенсию, но не все так выходят. Все думают, да почему я должен уступать? Я знаю больше, чем эта новенькая, неопытная девочка. Или у нас была девушка, она была специалистом в области металла. Откуда куда разговор? Ну, в общем, это тоже такая узкая специализация. Она знала 3 языка в совершенстве, не считая азербайджанский. Просто офигенно разбиралась во всех этих тонкостях. Поэтому, естественно, ее никуда убирать никто не хотел. Молодцы, конечно, и Поша. У них всегда роллы очень вкусные. Мидии какие. Картошку фри, правда, я не сразу поела. Изначально она была очень аппетитная. Давайте еще одну запеченную. Заключительную, так скажем. Я наелась, мои хорошие. Я вам от души советую. Мидии были просто бомба. Огромные, вкусные.
Просто вау. Ну, роллы я у них, если честно, 100 раз уже пробовала. Я всегда остаюсь довольна их роллами. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Всем пока.